Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Хотел поинтересоваться, а какая самая странная личность хотела добавиться друзья к вам? Ну и вообще было такое или нет? Вот у меня такое было, ко мне хотели в друзья добавиться Дарт Вейдер и Клара Освин Освальд. Видимо, там наверху в тот момент реально творился какой-то отстой. Но кто бы к вам или ко мне не хотел добавиться или не добавлялся, есть один парень, который может переплюнуть нас всех своей дружбой в сети. Знакомьтесь, это Майлз, и Майлз обычный подросток. Он ведет свой подкаст в интернете, не ладит с отцом, и работа его связана с кредитными картами. И еще кое-что, он убежденный атеист, он не верит в существование Бога. И на своем подкасте, который называется «Новый пророк», пытается убедить людей в его отсутствии, что отчасти и является причиной конфликта с отцом. Твой сын не верит в Бога? А что я должен по этому поводу чувствовать? И я посвятил жизнь Богу. А ты сеешь мысли, что его не существует. И, может быть, так бы и продолжалось, но вскоре его жизнь кардинально меняется. И причиной тому служит один запрос друзья на Facebook. Но не от кого-то там, а от того самого Бога. Ну, или кого-то, выдающего себя за него. Вскоре после этого Майлзу с аккаунта Бога начинает приходить предложение добавить друзья тех или иных людей. Майлз же, в свою очередь, продолжая отрицать наличие Бога в аккаунте, решает подыграть ему и добавляет предложенных ему людей, чтобы посмотреть, к чему это приведет. А приводит это к тому, что, встречаясь с этими людьми, Майлз обнаруживает, что всем нужна какая-то помощь, которую он и начинает им оказывать. И лично для меня этот сериал показался объединением Брюса Всемогущего, Кевин, наверное, спасает мир и холистическое агентство Дирка Джентли. И если вы слышали про фильм, а про сериалы нет, то советую с сериалами ознакомиться, так как они довольно неплохие. Что можно сказать про этот сериал? Ну, то, что он тоже довольно хорош. Несмотря на то, что он позаимствовал какие-то идеи от других произведений, при этом он остается каким-то самобытным, со своим интересным сюжетом и со своей доброй и положительной моралью, которую сейчас не часто где встретишь. Что у тебя уже есть все, чтобы сделать этот мир лучше. Каждая история в сериале была преподнесена с такой душой, эмоциями и чувствами, что к концу каждой серии аж подходил ком к горлу. Но это у меня. Особо чувствительный, на мой взгляд, могу даже прослезиться. Также хотелось бы заметить, что в сериале отсутствует как таковой антагонист. Да, есть главный герой, но его главным злодеем и главным злодеем вообще всего сериала выступает сама жизнь. Что можно сказать по минусам? Ну, я даже не знаю. Сериал вызвал столько положительных эмоций и мыслей, что я их там не увидел. Нет, не спорю, они там, конечно, где-то есть мелкие сюжетные дыры, но для меня небольшой роли не сыграли. Нет, я не говорю, что сериал бах, взял, всем понравился. Сериал, который всем понравится, скорее всего, еще даже не снят. Разве что только друзья. Но и то я знаю пару человек, которым они не нравятся. Этот же сериал может не понравиться по причине вкусовщины. Кому-то может не понравиться причастность к религии, кому-то сюжет, кому-то актер, кому-то идеи. Я же для себя там минусов не нашел, а поэтому мне сериал этот очень пришелся по душе. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, и если этот обзор вам понравился или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВК и мой инстаграм, а также покажите это видео друзьям, вдруг им понравится этот сериал. А я же вам желаю только интересных сюжетов и пока!